Всем здорово. Отправляемся в бой. В боль. На лучшие ПТшки. Ну, вот у нас тут всякая подключена ерунда. Вот такой у нас сетапчик хороший. Вот. Половина девяток, половина десяток. Ну, поедем в город, попадаемся. Сразу направо пойдем. Так, начало, поехали. Проезжаем мы в точку J9. Основная масса наших танков пошла также в город. И выражение то же самое. Поехали все в город. Мы сейчас займем сразу читерную позицию. Вот. В кустах будем оттуда шмалять. Сначала ББшкой разок лупанем, а потом уже будем хэш-фугасами долбить. Вот ББшечка на рикошет. Какая-то просто фантастика. Ой-ой-ой. Они все сюда ломанулись. Просто все. А у меня когда еще 16 секунд. Ну, кто будет фугасик мой? Кто примет мой фугасик? Вот ты примешь. Точно. Секунда. На. 700. Мало. 75-ку на 700. Только жалко. Ну, ладно. Не пробил почему-то. В гуслю ушел снаряд. Но второй раз я-то его накажу. Работает арта. Мы уже ведем 4-0. Добить, добрать надо. Добрать надо этого. Эх, вообще не попал. Сводиться надо на этом чудо техники, блин. Нужно сводиться. Водиться. Так, еще бы его подсветил кто-то. Было прекрасно. Еще бы его подсветил кто-то. Ну, оп, мимо. Без засвета попробовал, но это без толку. Эти за углом прячутся, здание. Можно уже рашить, там уже никого нету. Всех продавили. Жалко, у меня дамаг маленький только, на 700. Смог бросить и все. Сейчас просто выезжаем и бьем в лицо. Вот этого товарища. На 300. Очень обидно. 95-й, подвинься, блин. Вот зараза. Ну, в итоге мы ведем уже 7-4. Всего лишь 1000 дамага я бросил. Надо не переключаться с ББшек. Сейчас мы 30-ку заберем. 95-й тут с нами идет в паре. Покажем, что мы ему поможем двигаться вперед. Ну, идем, зачищаем город. На! 1650 без сведения. Нормально? Вот это называется давить фланг. Вот это называется давить фланг. Просто санигилировал 30-ку. Вот уже 2700 дамаги бросил. Так, нас здесь кто-то светит. Это светит у нас соточка. ЛТшка. Сейчас мы из здания выйдем. Опять светит. Это опять сотка. Таракан. Ну, едем на базу и оттуда начнем их гасить. Ну, такой вот скучный бой немножко, но ничего, зато победа, как говорится, в любом случае у нас в кармане. Вот. Сейчас мы выйдем на бугорок и будем всех уничтожать. Вот как мои тут с
сокомандники. Гриля бы, блин, сейчас бы шлепнуть. Вот свелся я на гриле. СТБ почему-то меня выбирает. Эх, промазал по грилю, промазал. Обидно. Досадно. Ну ладно. Вот, прекрасный. Ой, сейчас бы ему как раз на 1400 бы закинуть. Было бы просто замечательно. Ну, уже 700 осталось. 4 секунды. Блин, опять мимо. Ну, она сдалека плохо бьет это. Вот при полном сведении никогда не попадешь. Без сведения, пожалуйста. Лупит, уничтожает. А, мы проигрываем уже. Прекрасно, 8-9. Меня не пробивает. А вот, тестовый ЛТ нас светит. И стреляет по мне, естественно. Блин. Надо от тестовый ЛТ спрятаться. С этой стороны домика есть куст. Мы умудрились проиграть почти. В победном. Фактически в победном бою. Так, гриль у нас где-то вот здесь вот. Опять летит, черт знает куда снаряд. Просто жесть. Так, СТБ я пропустил. А вон и гриль. Он уже ваншотный почти. Ну, для меня-то тем более. Прикиньте, не попал в броню фугасом. Надо его забирать срочно. Забрал. Гриль меня не пробивает. Так, нам кобздец. Нам кобздец. Гриль я свечу, но у меня 9 секунд КД. Ёлки-палки, надо же, так не попал. 18 секунд. Ну, доберешь ты его или нет, ёлки-палки. Шесть секунд. Забрал. Да, нас осталось двое. Нас осталось двое. Сейчас с тыла будут заходить, товарищи. Надо ретироваться. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин. Все, мне хана. Мне хана. Едет ко мне ебрь. Сейчас будет меня забирать. Все. Ну, такая игра, товарищи. Ну, такая игра. 3-300 я кинул. Все, мы проиграли. Это в победный был бой. Мы весь город продавили. Весь тот фланг слился. Кошмар. Кошмар, ребята, просто жесть. Но пинг большой. Много раз промазал, конечно, но немножко не сроки. Но ничего, сейчас посмотрим, как у нас сыграла команда. Вот. Ну и посмотрим, что мы сделали. Ничего хорошего. 3-300 у нас.
дамаг общий. Что у нас по командному результату? Мы на 5-м месте. Но дамага почти больше всех бросили. Ну, короче, как-то вот так вот. Как-то вот так.